Река где-то там внизу. Да ты так, зачем это самое? Ну ладно, так бы так. Мы зацепимся. Всем привет! Сегодня 21 число сентября. Нужно возвращаться, брать курс. Да. На улице 12 градусов тепла, ветер. Поэтому мы решили, что сегодня тоже надо спуститься по реке. Так вот. Что, взял щучку? Да, а что мне не сказали, чтобы я снимал-то? Ну что я могу сказать? Столик раздвигай. Она очень просто хотела попасть. Счастливые обладатели первой щуки оранжевой шапочки. Вот она тебе, как это самое. А это, кстати, еще и оранжевая шапочка. Да, да, да. Конечно. Там вон кто-то в воде сидит. Информация.
Вот пою. Люка, поцелуй, пожалуйста. Вот повод уже есть. Ты куда пошел-то? Эй! Ты промахнулся. Еще раз разведу. Хочу быть. У меня вот тот. Оп! Я чуть побольше. Там еще как-то подверить, да? Понятно. Там в краешке можно будет. Он хочет покидать. Пусть кидает. Навряд ли что-то стоит перед плотиной. Вот он, еще до спусков в аквапарк не тут. Перепад. Обалдеть, да? Чуть не метр. Может быть, метр и есть. Лучше, наверное. Там кстати, идет на камушке. Надо будет, наверное, броне поднимать. Ой-ой-ой. О, мути-то поднимается. Опа. Мы с Виталиком ломали. Ломали. А, да, этот перекат. Все равно они его обустроили. Вон здесь можно поставить эту гидроэлектростанцию. Да, ну да. На пороге, да? А мы тут подняли опять. Она в курящем не целуется. Она была. Что, было что у тебя? Эх, он тебя увидит, особенно твою яркую шапочку.
траву его, говорю, блядь. Иди в мешок его опускай сразу. Его не удержишь так просто в руках. Первый Женькин Хариус. Она была нормальная, кстати. Один-то перебьешь или? В смысле, в водке? Да. Да, иди. Ой, затолкнул. Да, кстати. Давай пивком. Давай. Допьем его. Скоро, на. А сначала я, потом ты секрета. Я мог ее достать, не сделать. Потряс ее, что можно не. Он сейчас еще здесь половит. Ты-то там хоть что? Закон нельзя. Нарушишь раз. Ну что за бардак? Нет, пинг зарис стоит, так что. О, все, ёп. Должна быть, если вы вот этого не сделали еще. А Женька там опять кого-то обнимает. Вот у него, он говорит, я, говорит, она тут. Обратно вернул, да, этого? Говорит, стоит. Жень, никуда не уплывай, там стой на камушке. Вот подплыли к очередному месту сходки бобров. Я вот ребятам говорю, да здесь рыбы нет. Здесь столовая у бобров. Недавно уронили все зеленые листочки. Оп, вышла. Из березы все-таки вышла. Ха-ха, хотя бы такая. GoPro стоп, видео. Андрюха не может завести. Андрюха, заводи. Андрюха, давай. Бобровый рай. Это потолще, давай. Спусти веревочку. Спусти веревочку. GoPro стоп, видео. Такая у нас красота. Женька только что здесь помучил щуренка. Пощекотал ему десны.
пощекотал ему десны. Тот ушел к стоматологу. Не появился повод. На когти загляделся. Да. Ты отвлекайся иногда, не думай о щуках. Думай о всяких страхах. Да. Это твои детские страхи. Это страх. Смотри, как у него все серьезно. О, там, да. А, ну, да, тут станок, блин, такой. Вообще, да. Виктор Иванович, смотри, чем занимается твой потенциальный помощник. Он должен был быть сегодня с тобой. Тут елочки такие козырные. Давай, не очень-то сильно не гони, не гони ее. Она же обидится. Фигня, блин, Андрюха, блин. Выплакал все-таки. Да? Андрюха обещал, что здесь что-то есть. Прямо на камень толкается. Оп. Паровозик. Да я ничего не делаю, она сама так идет. Ты чего? Давай. Конечно, вы это бросите. Вы это поймаете. Ну что ты за рада? А я кидаю в горло. Давай. Я-то что? Ой, я сижу на камушке, я очень... Ух ты! Опа-на! Давай, садись уже. Садись! Как бы, типа, даже холодком как-то поимел. Так-то у Андрюхи был шнурок, и он его в руках держал. Да.
Как-то он неправильно пошел, да? Никто не хочет. Все, Женька, мы уже сейчас идем вдоль той дороги, по которой с основного едем. Было бы воды побольше, сантиметров на 20, она бы там и стояла. Ну ты и этот, натуралист. Попался, смотрите, попался все-таки, гад. Попался, блин. Вот, смотрите. И вот он хочет, чтобы мы просто выпили из-за его здоровья. А здоровье у него будет только в том случае, если я его поцелую и отпущу. Давай, Андрюха, пускай целует он. Ой. Они все потом такие курящие. Да. Потому не вырастают. Блин. Да, Андрюха их курящие поцелует. Ты больше так не делай в этом году. Прости большой. Думай, здоровье. Прости большой. И все начали ставить яркость. Да? Ты выходила? Все приходится делать самому. Я думаю, что она вон там ниже, вон там, вот за перекатом. Она не может подняться. Да. Под самый поводок. А Женя идет уверенно. Да, Женька получит своих хороших.
Андрюха Гулливер, Андрюха Гулливер, незаменимый наш. Welcome. Йо-хо. Охо-хо. Давай докажи, что твой Теба это Теба, блин. Мы поняли, что тут и тот, и я, и все остальные прошли. Ну ничего не сказалось. Да, пиву взяли, топор. Как бы под конец нам улыбнулся. Да, чтоб мы дотянули. Провалили здесь. Вот там кусало, кусок. Мелкая, но вешенная. Бросает, бросает. Вечерок такой. Помахай рукой Маше. Женька, помахай рукой Маше. Маша, ты видела? Добрый вечер. Добрый вечер. А он тоже такой вообще. Добрый. Как вечер. Тебя. Ты так отпускай-то. Да? Да. Да. Вот это завал сушняка. Может, ножовкой перепилить прямо верхушку? Давай, подвёшь и нет, конечно. А вот может быть правее. Смотри он. Руками ломает. Не зачерпнул еще, нет? Ну рядом там. Я вижу корни. Почему нам? И тебе, и себе, нам всем почистил. Он нам почистил, давай его толкнем, блин. Левее. Хорошо. А у нее верхушка обломалась, наверное, во время падения или что? Да. Ты думаешь, я такую елку лубами перекрыл?
Ну что тут, я так на тебе так и надеялся, что ты так и сделаешь. Зараза, а? Женя, сможешь лечь в водку так? Нет, лечь в водку вот, так низко, блин, чтоб... Сейчас, сука, отпилить, и можно нормально пройти. Нет, нет. Он и так, если, вот, если бы вот он лег под эти самые, он бы мог пройти. Давай, повези еще. Андрюха опять тут поцелуйщиков поймал. Лишь бы только выпить. Вам наделать. Короче, нужно лодку протаскивать под бревнами, а само перешагивать через бревно. По очереди. А ты еще, когда ее с нее встанешь, лодка еще всплывет. Выйти, что ли? Выйду сейчас, ну, мешком. Зачем? Вот так вот перешагнем по очереди, все. Понимаешь, нет? Да. Это безобразие. Это никто же не поверит, что эта панда здесь прошла, блин. Все видели, блин, запущено. Если Андрюха, мы здесь не пройдем, это же над нами будет. Все смеяться же будут, блин. Скажут, вы, ребята, и вы не прошли. Ну, я держу. Если ты подать. Ну, ты ближе к берегу-то переберись. Во, во. Да все нормально пока. У меня два спиннинга в руках. Почему? Я думаю, что у меня? Подожди, стой. Маска. Так. Где? Что где? Тащи. Нос там большой, тащи. Оп, весло опускаю. Пониже, чтобы было. Так залезай уже. Она ниже будет, да. Ну, залез. Давай. Да вставай, давай, вставай, садись. Она защелкнулась, это весло. Садись. Я сейчас это самое тебе отдам по эти самые. Все премудрости. Спиннинги. Достать кузов еще. Да кузов. Да, Женьки-то без кузова-то хорошо. Ну еще. Оп. Оп. Ну это же лучше, чем пилить что-то для кого-то. Андрюха, я с тобой. Да я пытаюсь, ну, упираемся. Надо от берега толкнуться. А, блин, нос-то у нас с тобой больше, чем у него. Опа! Мы победили. Не только, не только Женька может так пройти. Еще же надо будет пройти. Да.
У нас есть ножовка, мы могли бы перепилить это бревно. Но мы не хотели заниматься ерундой. Фу, сейчас, Андрюха. Чик. Вот это приключение под конец дня, блин. Если было хорошо, не говори. Пилу взяли. Топор взяли. Желание пилить не взяли, блин. Оп. 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 Перепад воды с какой. Подожди, Андрюха, держи. Ты хочешь бросать? Мелко будет. Ну давай, ладно, давай. Мелко. Давай. Погоду ловится. Думали, подсохнет, мост переедем, да? Перейдет. Либо такое будет. Он такой и будет, все. Или не упало. Ну что тебе, плащ надо? На этот борт? Ну, ладно, на этот, так на этот. Ну не, ну, вот же, вот. Я не знаю, но что, ну, Александр, блядь. Она зацепилась. А что ты делаешь? Андрюха, что-то поймал, Андрюха. Вот. Женя! Женя, вернись в коллектив. Мы тебе все простим. Вот такая нынче река осенняя. А вы дождь. Не совсем охмурело. Дождик идет. Осень. Берега все исхожены. То ли медведем, то ли бобрами. То ли лосями. Нет, тут бобры. Да, ну какое-то животное тут ходит. Малинник весь помят. Thank you.
вот весь гад едет впереди. Будем за тебя рады. Очень рады. Сейчас еще будут бросать. Конечно. Жадный, блин. Пусть бросает. Еще будет поворот. Да. Или такое жжение. Хочет один тут всех выловить. Он такой в одну харю, блин. Со слепым играет, да? Сейчас мой быканах. Оп. Оу, е. Давай, переваживаем из одного подсака в другой. Поиграем. Да, да. Поиграем, да. Ну такая ничего, знаешь. Сматывай давай свое днище. Сидишь. Кстати, недавно, смотри, сломалось-то. Женька сейчас хочет зацепить что-то там. А вода подымалась, вот смотри, и не снесло. Видишь, по следам. Высокий уровень был. Давно, видимо, снесло еще. Я что-то дна-то пока не достаю. Ходи, Женьке, поможешь. Он туда перейдет, ты ему. Подарки. Ты ему лодку поможешь перекинуть. Так он сейчас перейдет, а он перетаскивает. Ну, у него-то нету кузовов. Блин, как ты так не смотришь, что у тебя там спиннинги, блин, под ногами. Подожди, Андрей. Вот правее от него там буль, она бульк. Чик. Ну как-то медленно идет. Я бы быстрее бы шел. Он пошустрее маленько. Пистро, айн свай. Мы там пройдем? Нет, не пройдем. Воблер, аккуратно, Женя. Женя, воблер. Все воблер, все Женя. Сегодня, блин, такой приключенческий день. Не поймаешь рыбу, так, блин, на это самое, нагребешься. Приключений найдешь. Мелкий кусок заражен. Я его еще и забросала. Кто не хочет убежать? Снова мелкая река. Проходили тут все завалы. Все. Эх, стой! Спиннинг мой упал. Там в воде где-то. Набанул. Да, тут стоит, конечно. Сейчас ждет. Глаза выпучил. Кого-нибудь вытаращил? Да.
Ну, без разницы. Пропорщик, смотрите, поезд. Я никогда этого не делал, но попробую. Поезд, раз, два. Стой, раз, два. Как это еще плывет, блин. Я не толкаю. Полной темноте. Все, приключения заканчиваются. У меня заканчиваются батарейки, заканчивается все. Время без 27. Андрюха, скажи что-нибудь. Мы влипли? Влипли. Темно. Там где-то вот Жека. Прийти пораньше, а получается. Женя, помахай, может, тебя видно будет. Ну, розовую твою шапочку точно видно. Это уже хорошо. Да, значит, он здесь, рядом. Женька с нами. Мы здесь все. Да, денек сегодня, конечно, овощи атасный. Запомним навсегда. Дорогие друзья, сегодня у нас уже среда, да? Четверг. Четверг. Хоть, говорит, рыбный день, но сегодня рыба ловилась не очень. Зато у нас, смотрите, какие щи. Она ловилась на мелком. Смотрите, какие щи. Ты давай, снимай щи оператору. Смотрите. И из микроволновки даже мясо есть. Оп. Попался кусочек. Вижу. Вот, и еще влаги. Ой, морковка и вичуга. Какая хорошая. Здравствуйте. Андрюхе первому положили. Морковина большой самый. Завидуют эти жучки и паучки. А зачем ты перевернул-то? Она перестраивается, на.